Приветствую, друзья, сердечно. Картина, которую я пишу Марку, ну никак не заберет до сих пор. Ну потому что в мире вот что происходит. А наша школа «Человек будущего» Homo Futurus для того, чтобы сократить кризисы на планете и потребность в лекарствах. Потому что у нас в организме все есть. И гормоны есть искусственными заменителями, которыми являются, например, антидепрессанты. А я обращался там в Ютубе несколько раз к нашим участникам. Найдите мне, пожалуйста, аутистов. Найдите мне, пожалуйста, людей с очень тяжелыми нарушениями, с очень какими-то тяжелыми болезнями, потому что я даю методику, которая помогает снимать стресс и использовать энергию напряжения для раскрытия творческих качеств, чтобы каждый человек в любой сфере жизни мог раскрывать свои творческие качества и создавать шедевры, хоть в музыке, хоть в пении, в танце, в писании стихов или произведении живописи. Очень интересно. Вот, например, дальтоники – они не ценят цветную живопись, потому что они не видят цвета, ну, в той гармонии, которая есть. И как-то так странно получается, что то, что выше нас, нам представляется, что это ниже нас. Да, и даже критику пишут, да что у вас за творчество непонятное, что за ерунда такая. А ты возьми кисточку и попробуй нарисовать солнышко. Чем больше света, тем ближе картина. Вот смотрите, вот здесь личико светлое. А вы мне напишите в комментах, пожалуйста. Это же юноша. Ну, конечно, юноша, а не девушка. А вы напишите, как вы видите. Может, кто-то видит юношу, а кто-то видит девушку. Но это тоже тест. Мое творчество – это тест. Это вообще такое интересное явление, о котором я расскажу в райской группе, куда я скоро буду записывать желающих, потому что мы там люди, творцы, как боги, творим, созидаем, дружим, поддерживаем друг друга, а не конкурируем, не самоутверждаемся, как подростки в своем возрасте. Я им обычно говорю, я таким, как вы, уже был. А вы такими, как мы, еще не были. Я говорю «мы», потому что мы люди взрослые, уже многое повидавшие. Поэтому только творчество, только созидание сохраняет мир в душе и на земле. Поэтому, чтобы сократить кризисы на земле, надо открывать у себя творческие качества вашей личности. И чем больше, тем лучше. До встречи. А Марку Гарверу, которому рисую картину, привет. До встречи, друзья.